Вы без машины? Была вчера в Рашхальме. Там все опечатала фабрика взрывчатки, и теперь мне надо все забрать. Могу подбросить. Пора нам познакомиться. Я Дэниел, 17-й номер. Я Френ. Френ Бакстер. Привет. Спасибо. Что привело вас сюда? Поставила крест на Лондоне. Пыталась как могла, но он меня одолел. Слишком дорого? 12 фунтов за кофе? И огражденные зоны. В Кенсингтон можно въехать только после оценки достатка. С меня хватит, я могу где угодно работать. А что вы делаете? Рассказываю истории. О, хорошо. Класс. Как это? Рассказываю истории за деньги. Хожу по школам и компаниям, провожу мастер-классы. Есть разные истории и потребности в них. Вы думаете, это странно? Нет, вовсе нет. Это популярная штука по миру. Я записала TED Talk. Ух ты! TEDx, но в школах дети от него тащатся. Истории помогают им постигнуть мир.